Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства жилых домов и социальных объектов в жилом комплексе Лайково. В 2022 году здесь сдадут 12 многоквартирных домов и детский сад. В 2023-м – школу. Также предстоит благоустройство прилегающей территории. После банкротства застройщика «Урбан Групп» объект достраивается при участии Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства.